Министерство обороны России сообщило, что самолет Ил-18 совершил экстренную посадку в поселке Тикси. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения поселка. Минобороны не подтвердило данные о погибших. На борту Ил-18 находились 32 пассажира и 7 членов экипажа. Известно, что они офицеры из Красноярского края, которые выполняли штатный полет. Глава Якутии Егор Борисов уже поручил региональному правительству оказать помощь пострадавшим. Как сообщает предварительной причиной жесткой посадки, стал сильный боковой ветер с порывами. По имеющимся прогнозам, в течение 2-3 дней погода в Тикси будет только ухудшаться. По поручению первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, многопрофильная бригада медиков с оборудованием из Якутска будет доставлена на самолете в поселок Усть-Куйга, затем на вертолетах до Тикси. В Минобороны добавили, что для оказания помощи пострадавшим из Москвы в Якутию вылетает самолет Ил-76 с бригадой высококвалифицированных врачей госпиталя имени Бурденко и медицинским модулем на борту. Все пассажиры с места крушения доставлены в Тикси. Нет, 32 пассажира и 7 членов экипажа, они все считаются пострадавшими. Есть тяжелые. Якутск готовится к вылету борт полярных авиалиний, возможно, через Усть-Куйгу, потому что в Тикси сейчас погоды нету. С Якутска планируется выезд медиков в количестве 8 человек, специалистов службы спасения в количестве 3 человек. И один представитель будет МЧС России по республике Саха-Якутия. На данный момент все живы. Если возможность будет вывозить их в Якутск, будем однозначно вывозить.